Няня детей Пугачевой уволилась и выдала все. Вот что творится у них в замке. Бывшая няня Аллы Пугачевой и Максима Галкина, на чьем попечении находилась их дочь Елизавета, рассказала о жизни в замке. По словам женщины, она боялась сделать ошибку, ведь тогда бы ей пришлось отвечать перед всей страной. Бывшая няня малышей Пугачевой и Галкина рассказала, как ей жилось в роскошном замке звездной семьи. Как пишет «Комсомольская правда», малышей Лизу и Гарри нянчила Валентина Юдина, недавно ушедшая с этой работы. Женщина призналась, что испытывала постоянное напряжение. 18 сентября 2012 года с помощью суррогатной матери на свет появились двойняшки Лиза и Гарри. Для каждого из детей Примадонна выделила отдельную комнату и подобрала нянь. До недавнего момента няней работала Валентина Юдина, которая потом приняла решение заняться другим видом деятельности. Дочку Лизу долгое время помогали воспитывать няня Валентина, а сына Гарри – Татьяна. Однако, как стало известно «Комсомольской правде», сейчас у Елизаветы Галкиной другая няня. Валентина решила сменить профессию, теперь она дизайнер. Узнавшие это журналисты немедленно связали с Юдиной, чтобы узнать, как ей жилось в замке Аллы и Максима. Юдину взяли в няньки с постоянным проживанием, ведь за маленьким ребенком нужен постоянный контроль. Хотя по признанию Валентины, ее подопечная не была проблемным ребенком. Она практически не шалела, с утра давала выспаться. Валентина с теплотой вспоминает то время, когда жила в доме Пугачевой и Галкина. Она отмечает, что к ней относилась всегда хорошо, как и ко всему персоналу, в принципе. По словам Валентины Юдашкиной, она учила малышку читать, рисовать и считать. От общения со звездной семьей у женщины остались самые приятные эмоции. Юдина говорила, что Алла Пугачева и Максим Галкин очень внимательные и уважительные люди, обеспечивают персонал всем необходимым. Причиной расставания с семьей Примадонны стала накопившаяся усталость. Хотя Юдина могла легко попросить Аллу Борисовну принять на работу сменщицу, и отказа бы точно не получила. Юдиной была не просто прощаться с Лизой, которая стала для нее родной за время, проведенное вместе. Поэтому не могла сдержать слез. Лизу она называет чудесной, умной и милой девочкой, которая подарила ей море положительных эмоций. Поэтому скучать по ней будет еще долго.